мы сегодня говорим на, ну, на мой взгляд, супер интересную тему. Да, не только потому, что мы говорим об очередной бизнес-миссии, это важно, и это в рамках нашей программы, но эта бизнес-миссия была в Сирию, в город Дамаск, и предприятия, предприниматели, которые ездили с этой бизнес-миссией, вернулись вот только-только в начале сентября, они у нас сегодня в гостях. Давайте представим, это Александр Пьянков, главный инженер компании «Сельмаш Молочные Машины». Добрый день, Александр Анатольевич. Очень приятно. Максим Николаевич Комлев, главный инженер акционерного общества «Вятка». Здравствуйте. И наш уже старый добрый друг, который у нас уже был в студии, рассказывал о том, что происходит на Кировском машзаводе 1 мая, Сергей Евгеньевич Зубов, главный инженер этого предприятия. Да, добрый день. Немножко вводку такую дам. У нас понятно, что с Сирией там, с 44-го года были заключены соглашения. И в годы там, смутные, там, постперестроечные, связи эти нарушились. А сейчас, в период войны, и сама экономика Сирии пошла под откос. И там страшная инфляция до 30-40% в год. Но в 17 году, 10 октября, вице-премьер России Дмитрий Рогозин подписал соглашение, провел переговоры, подписал соглашение с министром иностранных дел Сирии Валидом Муалемом, в котором по итогам переговоров они подписали как раз протокол об организации обмена таможенной информацией, чтобы ликвидировать административные барьеры в торговле. И между двумя странами тогда говорили о том, что будет налажена прямая судоходная линия. Вот сейчас мы с гостями немножко разговаривали перед эфиром, что судоходство уже стартовало, и уже сирийские корабли, там, ну, по крайней мере, соглашение, договоренности есть, будут ремонтироваться в доках крымских. Что касается наших предприятий, что касается наших возможностей помощи, но это больше взаимовыгодно, да, то есть продажи каких-то товаров, какого-то оборудования в Сирию, что мы представляли, в чем была заинтересованность Сирии, ну, естественно, немножко поговорим о том, какова там атмосфера, потому что мы знаем больше информацию о том, что происходит в Дамаске, о том, что происходит в Сирии, в Хомсе. По по телевизионным сюжетам это все-таки разрушенные здания, там разрушенная Пальмира, бомбардировки, война с запрещенной в России организацией ИГИЛ и так далее. А как это выглядит на самом деле, своими глазами, я думаю, что расскажут наши гости. Предлагаю, Сергей Евгеньевич, наверное, вам слово. Для чего вы отважились поехать в эту миссию? Насколько она была успешной для вас? Ну, всем известно, что в Сирии не так давно была война. Больше того, она еще и продолжается. Но сейчас основная задача Сирии – это восстановить разрушенное. И, как мне кажется, по любому направлению, там, будь то это железные дороги, будь там другой вид деятельности, другая отрасль, там везде нужны инвестиции, нужно участие восстановления народного хозяйства порушенного. Поэтому и ехали на эту выставку с тем, чтобы найти потенциальных заказчиков, чтобы понимать, как можно будет взаимодействовать с Сирией, на каких условиях можно с ними вступить в какие-то отношения, как заключить правильно контракты. Вот. И этому способствовала выставка-ярмарка, которая в этом году проходила уже в 61-й раз. Если все считать вместе, да, с какого года? С 44-го? Нет, 54-й, по-моему, началась. Первый раз была эта выставка, потом несколько лет был перерыв, и, по-моему, сейчас уже в третий раз она проходит вновь. Дамаск, с 28 августа по 6 сентября эта выставка проходила. Российский павильон занимал площадь 160 квадратных метров. И вот три наших предприятия там были представлены. Но вы там были 4 дня, не все время работы, да, выставки. Да, мы до первого числа. Как вы заявлялись на эту выставку? К вам обращались или вы обращались? Ну, потому что это очень серьезно. Это не просто ежегодная какая-то выставка, ярмарка, которая проходит в благополучной стране. Это очень серьезная действительно миссия, потому что там практически пустыня после войны осталась. Ну, информация о таких выставках, она проходит в том числе и через интернет, и, скажем, соответствующие отдел отслеживает, отдел маркетинга отслеживает эту ситуацию. Когда стало известно об этой выставке,
мы заявили желание в ней участвовать и обратились в московскую фирму «Негус», которая любезно обустроила нам наши выставочные места. То есть фактически организатором этой выставки была московская фирма «Негус». Угу. Понятно. А что, давайте мы сразу слово передадим, например, Сельмашу, молочной машине, Александру Пинкову. Я вижу специализацию, конечно, у Сирии есть, было сельское хозяйство. Я не знаю, в каком оно сейчас состоянии, изучили ли вы его, насколько там, да, и насколько там продукция Сельмаш молочной машины может быть применима. Что вы себе изначально представляли, да, конечно, и что вынесли с этой выставки? Мы поехали тоже в Сирию посмотреть, что, значит, за страна, чем там, в каком состоянии находится экономика. Угу. И зная о том, что кроме того, что там есть нефтедобывающая промышленность, это очень серьезно, да, там в том числе есть, конечно, сельское хозяйство и заводы, которые перерабатывают это сельскохозяйственное сырье. А наше предприятие занимается поставкой оборудования для переработки молока. Соответственно, мы искали, так сказать, нишу для своих услуг и своего оборудования. Есть коровы в Сирии? И, вы знаете, да, по дороге из аэропорта Дамаска в сам Дамаск видел даже двух коровок, да, пасущихся, значит, на поле. Вот. Ну, в самом Дамаске, конечно, нет ферм никаких, но в округе там есть восточная Гута, значит, в северо-восточной части, значит, Сирии, там есть предприятия, которые содержат, значит, молочного стада и производят молоко-сырье, которое потом поставляется на молокоперерабатывающие заводы Сирии. То есть что-то сейчас и работает еще, да, даже в данный молоко, момент? Да, дело в том, что, как Сергей Евгеньевич сказал уже, последствия войны, они ощущаются все-таки, и сейчас задача перед сирийскими бизнесменами стоит в том, чтобы восстановить то, что было. Поскольку до войны предприятия все, видимо, работали, а в данный момент, конечно, в основном все разрушено, и стоит задача все это восстановить. Соответственно, сирийские предприниматели и те, кто непосредственно занимается переработкой молока, заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее восстановить свои мощности по переработке молока и начать работать дальше. В эту заинтересованность в те 4 дня, когда были в Сирии, насколько вы ее увидели, прочувствовали? Были ли встречи какие-то, запросы? Ну, да, знаете, конечно, сирийский бизнес устроен так, что там где-то 70% идет это предприятие с государственным участием. Вот. И остальные 30% примерно идет, это уже частное, так сказать, предприятие. Вот. За то время, которое мы провели на выставке, в течение 4 дней непосредственно на выставке, мы, да, встретились с несколькими предприятиями. На второй день был, значит, это встреча. Это были ГЧПшные предприятия или частные, с которыми вы встречались? Ну, это были частные предприятия, частные. Да. На второй день выставки мы встретились, значит, с представителями предприятия, которые планируют построить заново завод в районе Алеппо, молокоперерабатывающий завод. То есть они серьезно подходят к тому, чтобы, значит, они, значит, сейчас закупают крупный рогатый скот, значит, молочный, да, для производства молока, будут строить фермы и потом уже строить непосредственно молочный завод. То есть договорились, обменялись контактами, договорились о том, что по приезду, так сказать, в Киров, а не в свой, так сказать, регион, мы потом свяжемся, перепишемся, так сказать, и начнем как-то контактировать в этом отношении. Много было представителей, которые с подобной продукцией, как вы, из России приехали, ваших коллег? Та продукция, которую мы производим, да, нет, мы были одни со стороны российской.
дни. В основном при обходе павильонов я заметил, что с сирийской стороны было представлено это уже непосредственно продукты питания. Готовые. Напитки, молочные какие-то продукты, да, вот эти вот. А то оборудование, которое мы представляем, сирийская сторона не изготавливает. Мы продолжаем программу «Наши в Пальмире», как ветские промышленники в Сирию ездили, и рассказываем о бизнес-миссии, которая только что завершилась в городе Дамаске. Там были, напомню, предприятия наши «Сельмаш молочные машины», акционерное общество «Вятка» и кировский машзавод «1 мая». Представляли свои стенды на выставке. И слово Александру, вернее, слово Максиму Комлеву, акционерное общество «Вятка», насколько я представляю, делает трубопроводы. И что вы представляли на выставке, насколько был востребован, насколько интересен был ваш стенд? Мы говорим о нефтяной промышленности. Так точно, да. Угу. Но в нашем случае вообще выбор в пользу Сирии, он является, так скажем, еще более очевидным. Дело в том, что основное направление нашей работы – это выпуск продукции для нефтегазодобывающей отрасли. Вот. А в Сирии, как известно, это одна из основных, так скажем, отраслей, которая наполняет бюджет. По крайней мере, так было до известных событий. Вот. Поэтому, собственно, Сирию мы выбрали. Кроме того, страна эта для нас с некоторых пор дружественная. Вот, и ну, мы надеемся все-таки на то, что какие-то преференции для российского бизнеса будут. Вот. Мы не питали иллюзий по поводу того, что возле нашего стенда сразу выстроится очередь из потенциальных заказчиков. Угу. Вот. Но цели были несколько иные, и я считаю, что мы в большинстве своем их достигли. Во-первых, ставили себе основной целью познакомиться с правилами и законами, так скажем, ведения бизнеса в Сирии. Восток, как известно, дело тонкое. Вот. А далее мы, естественно, хотели завести личные контакты, личные знакомства среди делового сообщества Сирии, что нам также сделать, я считаю, удалось, ну, в какой-то степени, по крайней мере. Ну и основная цель, ввиду того, что 70% промышленности Сирии – это все-таки госсектор, вот, нам очень хотелось познакомиться, так скажем, с представителями власти, которые отвечают как раз-таки за решение вопросов промышленных в тех отраслях, которые нам были прежде всего интересны. Это нефтянка, опять же. Удалось? Да, удалось. Мы встретились с министром нефти и природных ресурсов господином Ганемом. Вот, он любезно нас принял с коллегой из Набережных Челнов. Вот, ну, собственно, пояснил нам в деталях, каким образом можно было бы выйти на сирийский рынок. Есть, по крайней мере, по направлению нефтянка определенная процедура аккредитации для того, чтобы присутствовать там в качестве поставщика. Вот. Ну и, собственно, сейчас, опираясь вот на ту информацию, которую мы получили из первых уст, мы и наметили себе план дальнейшей работы. А что коллеги, которые были с вами из России, они что предлагают? Ну, у них несколько иной профиль. Мы работаем, мы поставляем, выпускаем комплектующие для нефтедобычи непосредственно. А вот коллеги из Челнов, они делают магистральные трубопроводы, то есть... То есть у вас нефтяные. Тут все-таки разные предложения. Несколько вы не конкурируете в этом смысле. Да, поэтому работали совместно. Это вы не конкурируете. А сколько еще было предприятий, которые представляли продукцию для нефтяной промышленности из России? А больше никого, собственно, не было, насколько... Только Челны и Киров. На выставке же было света 38 стран, поэтому были конкуренты наверняка. Мы сейчас дойдем до стран, да. Но из России было две компании, которые оборудование для нефтянки поставляли. Насколько я понял, да. То, что вы увидели, то, что вы с кем смогли познакомиться. Ну, кстати говоря, много народу было на выставке? Очень много. То есть такое ощущение, что люди устали от войны и ждут праздника. То есть вот все дни... Вплоть до 23 часов, там, до 12 ночи народ просто с семьями, с детьми, там, я не знаю, просто идут как на праздник. То есть для них это как символ возвращения мирной жизни и восстановления. Они ждали давно этого.
устали от войны, и выставка для них, конечно, это событие. А что касается, да, Сергей Евгеньевич, а что касается представительства других стран? Вот давайте немножко тоже про это поговорим. Ну, рядом с нами были стенды Ирана, Китая, Венесуэлы и Индии. Это вот в нашем павильоне были. Всего, как вы сказали, на выставке было 38 или 39 стран. Эта информация была в процессе того мероприятия, когда мы были на выставке. Вот по возвращению в Россию я услышал немножко другую цифру. Говорят, уже 43 страны было. Вот. И я считаю, что в первую очередь эта выставка, это, ну, будем говорить, политический козырь в руках правительства Сирии. То есть американцы сделали все, чтобы на эту выставку приехало как можно меньше гостей. Несуществующее посольство Америки в Индии, в Сирии, они всячески распространяли информацию, что туда не надо ехать, не ездите, против вас будут санкции. Но результат, конечно, всех ошеломил. 43 страны – это грандиозный, грандиозный успех. Это не 2-3, конечно. Да, в том числе Германия, то есть европейцы приехали. Мне интересно другое, насколько вот та помощь, которая Россия оказывалась, оказывается в военном плане, она, ну то есть как воспринимают русский бизнес, вообще российскую делегацию на выставке в Дамаске, и в целом вот была бы возможность об этой встрече, о которой Максим Николаевич говорил с министром, если бы вы не представляли делегацию российскую, например. Или бизнес есть бизнес, со всеми встречались. Ну, я все-таки надеюсь на то, что, как я уже сказал ранее, какие-то преференции в отношении российских компаний, они будут. Да, ну, может быть, несколько более лояльные отношения. Мы на это надеемся очень. Могу сказать, что встреча с министром, ну, она прошла в рабочем режиме, все было очень сдержанно, и, как бы, так скажем, большую часть работы мы проделали далее с его заместителем. Вот. Что правильно. Наверное, да. А как отношения, то есть общение, и насколько российский стенд был там посещаем? По сравнению с давайте я скажу два слова. Да, но то, что стенд был посещаемый, буквально вот в первые там 30 минут работы нашего стенда я дал два интервью крупным телеканалам. Это Russia Today и телевидение Сирия. В принципе, ну, будем говорить, телевизионщиков было много. Угу. Просто много. И интервью, я не знаю, вышли они в эфир потом где-то или нет, но записано очень много. Что касается отношений вообще вот сирийцев к русским, то это было видно потому, как вот мы, допустим, перемещались на арендованном автобусе. На стекле было написано «Россия, Негус», там русская делегация. Из-за того, что все равно еще война в Сирии продолжается, очень много всяких блокпостов. Везде, где есть пересечение улиц, там пересечение дорог, обязательно стоят какие-то препятствия, какие-то там солдаты стоят, дежурят с оружием. Как только они узнавали, что в автобусе русские, все, зеленый свет. Как бы, то есть отношение к России самое благоприятное. Все здороваются, приятно общаются. Ну, видно, прямо да, это чувствуется. Без напряжения это видно. А язык общения какой? Ну, они в основном говорят на арабском. Ну, много людей, которые знают русский, потому что много кто учился в России. Ну, английский тоже присутствует. Вы работали с переводчиками? Да. Вы работали с переводчиками, да. предоставляла переводчиков фирма «Небус», наверное, да? Мы через них заказывали. То есть у меня был переводчик, который на английском, на арабском и на русском, поэтому у меня проблем не было с общением. Скажите нам, пожалуйста, машиностроительный завод имени 1 мая. Вот мы рассказывали про то, что восстанавливаются поставки в Кубу, или на Кубу, на Кубу восстанавливаются поставки вашей продукции, а тут еще и сирийский рынок вы решили охватить. Что там с железными дорогами? Ну, напомним, продукция – это железнодорожные краны и спецтехника железнодорожная. Техника для путейцев. Ну, хочу сказать так, что по информации до войны все крупные населенные пункты, все города в Сирии были связаны с железными дорогами. Когда начались боевые действия реальные, то практически все железные дороги были разобраны. Из них строили всякие укрепления оборонительные, то есть использовали просто как стройматериал. И сегодня реально действует там небольшая веточка, которая находится в районе Хомса. По ней ездит автобус рельсовый, который возит там пассажиров из одного населенного пункта в другой.
и все остальное практически порушено. Вот. Что такое рельсовый автобус? Ну, это маленькие... Дрезинка. Да, дрезинка, угу. Как автобус, только на рельсовом ходу. То есть на бензине работает? Ну, или на солярке, или на бензине, солярке. Да. Угу. Вот, тут получается так, что все железные дороги нужно восстанавливать. У меня была встреча, вот одна значимая встреча, она была не на стенде, я ходил специально как бы на сирийский стенд в Министерство транспорта. Это я беседовал с замминистра транспорта Мухаммадом Мардини. Его цель, это, его направление – это инвестиции и пассажирские перевозки. Когда он понял, какую технику мы поставляем, он сразу сказал: да-да-да, нам это очень надо, и начал, ну как бы, пригласил инвестировать в сирийский железнодорожный транспорт. Он открыл карту Сирии и начал рисовать, какие дороги они будут в ближайшей перспективе восстанавливать. Вот если представляете картинку, как, где Сирия находится, да, первая железная дорога, которую они хотели бы сделать, это из Персидского залива через территорию Ирака или по границе с Ираком до Сирии. То есть они не хотят пользоваться Суэцким каналом, они хотят заходить в Красное море, хотят возить вот груз до Ирака и дальше по железной дороге. Вторая железная дорога, которую они хотят строить заново, это в районе Алеппо. Там такой промышленный район, как мне сказали. Он взял ручку и начал рисовать, ну, практически он нарисовал квадратик вокруг города Алеппо и говорит: вот эта дорога свяжет очень много промпредприятий. Она очень востребована, мы ждем, когда здесь начнется строительство. Это и вновь создаваемые дороги, да. Это не порушенные обновления. Да. Третья дорога, вот он сказал, она существовала ранее, она практически проходила через всю Сирию, от побережья Средиземного моря и до Иордании. И он, как он мне сказал, что вот на этой трассе очень много предприятий, которые работают с камнем, то есть обрабатывают камень и делают из него там плиты, я не знаю, там что еще. Вот, и говорит, она была сильно загружена, вот ее сейчас просто разобрали, ее нет. Это вот три дороги. Вот. И, насколько я правильно понимаю, то вот конкретно купить нашу технику они не готовы. Они ждут строителей, кто будет восстанавливать железные дороги. Вот, скажем, у меня сразу мысли какие пришли. Вот есть такая фирма, это дочка РЖД, Зарубежстройтехнология, которая, в свою очередь, строила дорогу в Ливии. То есть мы им поставляли машины. Следующая компания RGD International, которая будет строить дорогу на Кубе. Если не приступила, то значит будет. Вы с ними тоже сотрудничаете? Да. Угу. То есть вот если эти компании заходят в Сирию, значит есть реальный шанс завязать отношения. А они заходят? Заказы. Ну, по крайней мере, мы их состыковали. А уж как дальше события пойдут. Вот, то есть мы их вывели на Министерство транспорта Сирии и дали контакты прямые, с кем можно решать эти вопросы. Получается, что мы-то, наше предприятие, не строят дороги, мы поставляем технику. Спецтехнику. Для строительства, спецтехнику для строительства дорог. Да. А вот, да. Ну, нас просветили, нам рассказали, какие компании занимаются строительством железных дорог за пределами нашей Родины. И вы с этими компаниями, да, сотрудничаете плотно. Да, и мы попытаемся, чтобы помочь им, чтобы они зашли в Сирию, а мы были участниками этого контракта. Дальше продолжая эту тему, к выставке подходил еще один человек, достаточно плотно вращающийся среди железнодорожников местных. Он мне назвал еще четвертую железную дорогу, которую мне назвал замминистра. Он сказал, что очень востребованная дорога в свое время была от Дамаска до Триполи, но Триполи — это не Ливия, это в Ливане. Есть город с одинаковым именем. И он сказал, что она была в свое время очень загружена, и она все равно будет строиться. Ну, может, это будет вторая очередь. То есть, в принципе, там фронт работ огромный. Можно заходить и предлагать свои. И вот тут как раз вопрос, который ты задавал, Олег, в перерыве. Это очень важно, что касается инвестиций, финансирования всех этих работ и, да, так далее. И понятно, что страна, которая находится в таком плачевном экономическом состоянии, в состоянии, где две трети экономики – это государственная экономика,
им просто неоткуда взять на сегодняшний день деньги, пока не восстановлена нефтянка хотя бы даже, да, для того, чтобы финансировать восстановление. Но в таких случаях, как правило, как план Маршалла, как многие другие программы, государства-союзники, они предлагают через банковскую сферу какие-то выгодные условия с последующим возвратом средств, именно с госучастием финансирования. Вот что-то подобное предлагалось ли, потому что это было бы подспорьем для бизнеса российского и вятского туда заходить и инвестировать. И для самих сирийцев, конечно, да, инвестировать под возврат этих средств от банков. Ну, при общении с Мухаммадом Мардини я услышал как бы два момента. Первое, это они ждут инвесторов, тех, кто придет со своим капиталом и начнет там что-то делать. То есть прямые инвестиции с возвратом средств, да, уже из экономики Сирии. Да. И второй момент, он говорит, ну, если не так, то хотя бы отсрочка платежа там лет на 30, ну, к примеру. Вот. Потому что огромные затраты, да, конечно. Это все-то стоит больших денег, а в Сирии их сегодня просто нет. Но с такими, вот насколько я представляю систему, с такими прямыми инвестициями, как правило, заходят как раз арабские банки. И наверняка там интерес большой. А арабы были? А, потому что они не могут зарабатывать проценты, но они вкладываются в бизнес, то есть делают прямые инвестиции и извлекают прибыль уже из действующих производств. Ну, чтобы было понимание, вот выставка, она занимала огромную территорию, там было где-то около 30 павильонов, вот просто реально обойти ее не было никаких сил, ни возможности, потому что не уйдешь же все равно от своего стенда. Так где-то мельком что-то смотрели, но вот кто именно там был, сказать трудно, но 43 страны. Я думаю, что арабы тоже были. Угу. И в данном-то случае нам, конечно, важно и интересно именно российской стороне, чтобы не упустить эту возможность, и там, чтобы Китай, который, понятно, что экономика которого, они могут произвести все и инвестировать средства, да, чтобы все-таки преференции у России были, у российских производителей возможность была тоже поучаствовать в восстановлении экономики Сирии на выгодных для себя условиях. Сохранилась ли добыча нефти и с кем, соответственно, необходимо дальше уже работать по поставке комплектующих для нефтянки. Это вопрос представителю акционерного общества «Вятка» Максиму Комлеву. Ну, ситуация в отрасли очень плачевная. Две трети предприятий, добывающих и перерабатывающих, на текущий момент не работают, они разрушены. Случилось это потому, что террористы, уходя, практиковали так называемую тактику выжженной земли. То есть они предприятия сознательно разрушали, взрывали. Вот. А сейчас, естественно, ведется активное восстановление заводов, добывающих вышек. Вот. Но на текущий момент работы только в зачаточном состоянии. И надо сказать, что Сирия, страна, которая до войны экспортировала нефть и зарабатывала на этом очень хорошие деньги, на текущий момент она нефть импортирует, сырую нефть, для того, чтобы покрыть потребности своей промышленности. Вот. Естественно, потенциал для работы огромный, и мы для себя здесь видим определенные перспективы, не без трудностей, но будем стараться. А кто обладает лицензиями на добычу? Это только государственные предприятия или это и в том числе иностранные какие-то компании? Будет ли участвовать Роснефть, например? Шел ли разговор об этом? Ну, вы знаете, до войны большей частью, как она была сказана, работали канадцы. Вот. А сегодня разрабатываются с участием российских нефтяных компаний 4 новых месторождения. Вот. А так это государственная сфера? Большей частью. Частные компании тоже присутствуют, но основные тендеры, все крупные тендеры, они проводятся с госучастием, так скажем. Мы знаем, что Россия и Сирия все-таки подписали дорожную карту о сотрудничестве в энергетике и электроэнергетике. На 2018 год она была подписана, на 2019 год, и там запланировано восстановление и трубопроводов, и собственно, самих там вышек, и всего прочего. Вот, но кто в этой карте, какие предприятия? Наших пока там нет, насколько я понимаю, кировских. Неизвестно. Ну, вот что-то происходит вот на этом уровне то уже. Здесь вполне возможно, это как вопрос, вполне возможно такая же схема, наверное, как у завода 1 мая, когда будет какой-то центральный подрядчик
по организации добычи, по разработке, которому потребуются уже, соответственно, там, материалы, оборудование, да, и вы будете работать уже не с конечным потребителем, да, а с какой-то организацией. Кто туда зайдет, будет ли это там Лукойл, Роснефть, не знаю, Башнефть. Да, ну, я вот просто смотрю по РИА Новости сообщения, которые прошлогодние, они как раз говорят о том, что нефтеперерабатывающие заводы в Сирии так не пострадали, как собственно, пострадали нефтепроводы и сами места добычи нефти. А это то, что как раз требует оборудование, которое производит наше предприятие. Да, именно. Да. Ну, тем не менее, как сейчас пойдет процесс по нефтянке? Вы уже сказали, что приехав домой, вы будете совершать какие-то действия. Что это значит? Это будет переписка, и снова выезды, осмечивание. Как работа будет выстраиваться? На начальном этапе мы должны пройти процедуру аккредитации, как я сказал ранее. Да, вот эта процедура аккредитации. Хорошо, что вы напомнили. Что из себя представляет процедура аккредитации? Она по аккредитации какая? Российская, западная, европейская, международная, такая, сякая? Для чего она нужна? Ну, основные моменты сводятся к тому, чтобы оценить технический потенциал поставщика. То есть готовится определенный пакет документов, где мы подтверждаем, что наше производство соответствует определенному уровню, и, соответственно, уровень качества поставляемой продукции будет обеспечен, будет соответствовать западным стандартам прежде всего. Как я уже сказал ранее, работали канадские компании. Вот, скорее всего, по их стандартам. Да, 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 да. Вот, собственно, эту работу мы сейчас начинаем. То есть мы готовимся получить этот перечень документов. И... А получать вы его будете от сирийской стороны? Да, угу. От сирийского министерства. У нас, кстати, Вятка еще в эфире первый раз, поэтому у меня вопрос. А на сегодняшний день с кем вы работаете уже в России? Вы знаете, мы не ограничены рамками нашей страны. Вообще, некоторое время назад мы взяли курс на расширение географии. Работаем сейчас активно очень с Республикой Казахстан. Поставляем туда уже достаточно давно и стабильно. Вот. Ну и сейчас следующим шагом для себя избрали. Сирийское направление. Я хочу спросить еще раз про вернуться к аккредитации. Это длительный процесс, чтобы нам представлять себе, как вот поэтапно движутся эти процессы. Это длительный процесс, запрос данных, получение этих данных, сбор документов, аккредитация. Вы знаете, я думаю, нет. Мне кажется, что это, в общем-то, простая формальность, по большому счету. Как только вы получите список документов, вам сложно будет, да, предоставить все сведения соответствующие? Я думаю, да. Да, я перечня, на самом деле, пока еще не видел. Угу. Вот. Но дело в том, что мы подобные процедуры здесь, в России, уже проходили. И, в общем-то, это не то чтобы очень просто, но учитывая то, что мы в отрасли работаем достаточно давно, наш уровень, он соответствует требованиям очень высоким. Аккредитовались, и что? И далее мы можем участвовать уже в тендерах. И дальше уже в тендерах? Да, да. Уже в тендерах. И они проводятся, вот, тендеры, это государственные, да, соответственно? Да, да, и тендеры проводятся, они есть уже на текущий момент. И для того, чтобы нам видеть, какая номенклатура востребована, мы как раз-таки должны иметь вот этот вот сертификат. То есть вы даже не можете сейчас видеть, что там в этих тендерах, да? Пока нет. Пока не аккредитовано, вы не можете видеть, поэтому не представляете номенклатуру и объемы. Ну, мы, может быть, видеть и можем, а заявляться, прав таких у нас нет. Немножко цифр приведу. Правда, везде ссылки и сноски, что цифры могут быть там разниться и быть не совсем корректными, но я думаю, что здесь все достаточно точно. Что же поставляет Сирия на внешние рынки и в чем существует основная потребность? Итак, экспортные товары – это фрукты, овощи, специи, масличные культуры, хлопок. И основные покупатели – Ливан, Египет, Иордания, то есть прилегающие страны – Турция, Саудовская Аравия. А главные товары, которые импортирует страна – это продовольствие тоже, машины, оборудование, в том числе автомобили. Но вот сейчас уже начали производить свои автомобили, микроавтобусы и сигареты, древесина, химикаты.
Вот в этой связи основные поставщики — Турция, Китай, Ливан, Южная Корея, Египет, и очень небольшой объем у России на сегодняшний день, но потенциал, видимо, именно с точки зрения поставок велик. В чем еще нуждается на сегодняшний день страна, и кто из кировских, может быть, поставщиков, хотя бы отраслей, потенциально мог бы поучаствовать в этом, там, в поставках? Я не знаю, каждый по чуть-чуть. Давайте, Сергей Евгеньевич. Ну, я не знаю конкретно, как сказать про кировских поставщиков, но вот у меня сложилось впечатление, что достаточно хорошо развита в Сирии текстильная промышленность. То есть вот кто связан с производством текстиля или с тканями, то можно либо потреблять оттуда ткани, либо наоборот поставлять. Также вот я считаю, что товарооборот между нашими странами должен существенно вырасти вот после запуска морского пути из Новороссийска в Тартус. На совместном совещании между российскими предпринимателями и сирийскими прозвучало, что товар идет из Новороссийска в Тартус 5-7 дней. То есть это достаточно быстро, и это позволит увеличить грузооборот. Угу. То есть, в принципе, сейчас есть контакты, и можно... Это контейнерные, бизнес. Да, перевозки? Ну, не знаю, это морской путь, а уж контейнер там или просто сухогрузы. Угу. Ну, вот что касается нефтянки, если к ней вернуться, то в конце прошлого года, согласно подписанному в конце января рамочному соглашению, января 2018 года, об энергетическом сотрудничестве, Россия получает исключительное право на добычу газа и нефти в Сирии, надо сказать. И здесь наряду с Россией еще действует и Иран. Вот две страны, которые занимаются нефтегазовой отраслью в Сирии. Причем, если Иран больше рассчитывает на нефтяные месторождения, их восстановление и их взаимодействие, то мы больше рассчитываем все-таки на газ. Но, тем не менее, вот две страны, которые здесь участвуют. В 2015 году Международный валютный фонд предполагал, что на эту цель придется потратить 27 миллиардов долларов на восстановление этой отрасли. Но по последним данным, цифра увеличивалась до 35-40 миллиардов. Эти деньги понадобятся на восстановление всей инфраструктуры, которую можно запустить заново только после проведения ремонтов. По политическим соображениям процесс не затронет занятые сирийскими курдами северные провинции, где находятся большие месторождения нефти. Ну и надо напомнить еще, что все-таки на сирийскую нефть до сих пор действуют санкции европейские. Сирия пока не может поставлять нефть в Европу, но зато там очень заинтересованы в этих поставках, например, Турция. Например, Турция или Ливан. Ну, мы помним, да, те кадры, когда даже ИГИЛ, запрещенная в России, там тут возила в Турцию нефтепродукты и нефть. Караваны нефтевозов. Да, караваны нефтевозов, поэтому Турция никогда не прекращала вот это сотрудничество. Угу. А меня заинтересовала как раз вот древесина и химикаты, которые импортирует Сирия, и в которых они заинтересованы. И я думаю, что химикаты имеются в виду, наверное, в первую очередь как раз минеральное удобрение. Да. И какой-то представитель был там из России, ростовский, да, поставщик или кто-то, Минутабрений. Но вот для Уралхима возможно, что это потенциально интересно. На совещании звучала тема минеральных удобрений, но, честно говоря, я сейчас не помню, или это Ростов был, или Крым кто-то. Но не мы пока что. Не мы. Но угу. Минеральные удобрения предлагались, и они проявляли интерес, что это будет нужно. Угу. Еще хочу сказать, что Кремль готов направить на удовлетворение и своих геополитических амбиций в Сирии, и потребностей самих сирийских, множество ресурсов, как финансовых, так и интеллектуальных и человеческих. Вот я, кстати говоря, хотела затронуть все-таки этот вопрос. Вы наверняка, коллеги, рынок изучали. Мы еще раз можем к этому вернуться, потому что если по железным дорогам более-менее понятны достаточно большие объемы и цели и задачи самой Сирии развивать железку, то по нефти или, например, по фермам и переработки молока, не очень пока понятно, каковы объемы. Но, тем не менее, мы понимаем, раз они с нуля поднимаются, то это достаточно большие такие объемы. А ваше предприятие, когда выходит на такой рынок,
свои мощности оценивая, справиться с... Гипотетически представим себе, что вы заключили эти контракты. Вот она, Сирия перед вами. Потребует ли это увеличение мощностей во всех отношениях человеческих ресурсов в том числе? Давайте мы сейчас по нефтянке поговорим, Максим Комлев. Да, вы знаете, там потенциал в Сирии, он достаточно большое, обширное поле деятельности. Естественно, ввиду того, что мы предприятие относительно небольшое, а потребности все на текущий момент мы удовлетворить не сможем, но у нас есть ресурсы для того, чтобы многократно объемы производства увеличить, поэтому нас это абсолютно не пугает. Что значит есть ресурсы? Есть оборудование, есть люди, есть площади, есть деньги для того, чтобы это все быстро построить, если нужно? Или те мощности, которые сейчас есть, их можно дозагружать просто? Вы знаете, вот как раз таки все, что вы сейчас перечислили, у нас есть. У нас есть и доп. Оборудование. У нас не на 100% загружено сейчас производство, то есть его можно еще дозагрузить. Вот. И производственных площадей у нас, в общем-то, тоже в избытке, поэтому мы работать готовы. Потенциал у нас для этого есть. Отлично. Вернемся к молоку. На самом деле мы очень серьезно, конечно, в этой отрасли Кировской области, кировские предприятия серьезный прогресс испытали за последние годы. И я знаю, что наши и проектировщики, которые фермы сами проектируют, и те, кто делает машины, и дальше даже разрабатывают меню для коров, и коров там обслуживают и так далее, на очень высоком уровне, по всей стране работают и даже за рубежом. Тем не менее, конкуренция все равно тоже большая, и чем мы можем, где у нас точки роста, да, что называется, чем мы можем перебить конкурентов, которые, например, на рынок сирийский захотят зайти с подобной продукцией? Да, все оборудование представлено, в основном это молочное оборудование представлено европейскими компаниями, это итальянское оборудование, польское оборудование и ряд еще других компаний, да. Наше предприятие производит похожее оборудование, поставляем его по всей России. Качество оборудования достаточно высокое, но цены в сравнении с аналогами, допустим, европейскими, они, конечно, гораздо ниже. Гораздо на сколько процентов или в разы? Ну, будем говорить, что ниже, а насколько сейчас это, я не буду давать оценку. Но у нас есть такое преимущество. Преимущество такое, конечно, есть. Хотела спросить, вы по какой схеме работаете? Вы с самого начала проектируете, например, предприятие, завод, фабрику, компанию, и заполняете ее своими машинами, отдаете под ключ? Или вы как-то вписываетесь в схему, и проектировщики уже местные, потому что разные есть схемы? То есть от нуля до сдачи или на каком-то этапе? Да, на самом деле схемы есть разные. Это, как правило, либо новое строительство молокоперерабатывающего предприятия, либо реконструкция старого. Два варианта. Если это новое строительство, значит, как правило, инвестор вкладывает деньги в проект, значит, находит генерального подрядчика. Генеральный подрядчик уже работает с нами, мы потому что занимаемся проектированием, технологическим проектированием молокоперерабатывающих производств. То есть мы делаем проект завода по технологической части. Заказчик, как правило, выдает исходными данными, что является, то есть объем переработки молока в сутки и количество и ассортимент получаемой продукции. И эти исходные данные мы используем в своем проектировании. Реконструкция подразумевает уже вписывание, так сказать, в те существующие рамки предприятия, которые есть, да. То есть в России очень много заводов, молочных заводов в районах, в областях, которые существуют еще со времен Советского Союза. Они очень были распространены, и, конечно, они сейчас находятся в таком упадочном состоянии, в том числе, и как раз мы занимаемся тем, что восстанавливаем эти заводы. Но в Сирии будет другая история. Там будет с нуля строиться заводы, в Сирии.
В Сирии? Да. В Сирии то же самое нас ожидает, я думаю. Как пойдет процесс? Ну, видимо, примерно по такой же схеме. То есть проектирование, разработка оборудования и поставка. А вам нужно будет сертифицироваться или получать тоже какой-то допуск, вот как Митинги? Ну, да, скорее всего, это все потребуется. Это тоже. Все впереди. Да. Угу. Ну, я тогда к своему вопросу. Вопрос не последний, это вопрос безопасности, как личной безопасности. Да? Насколько в поездке ощущалась там вот напряженность или наоборот спокойная атмосфера, так и с точки зрения безопасности бизнеса, потому что ну, там, приходить с долгоиграющими планами в страну, где непонятно, там, с точки зрения политики, с точки зрения, там, будет война дальше, не будет, вот, как это на уровне ощущений хотя бы? Ну, давайте я скажу как бы свои ощущения. Вот, в тех местах, где мы были в Сирии, это Дамаск и его окрестности, ну, никакой напряженности не ощущалось. То есть все достаточно безопасно, если не считать, что достаточно много постов, которые там проверяют что-то и контролируют. Но дискомфорта никакого это не вызывает. Сейчас, насколько мне известно, ну, какие-то военные действия идут в районе Идлиба и турецкой границы. Это где-то на севере. Угу. Это все достаточно далеко от центра, и практически в Дамаске это не ощущается. Что касается прихода бизнеса в Сирии, насколько это безопасно в долгосрочной перспективе, ну, мое личное мнение, что после того, как наши военные столько приложили усилий по расчистке этой страны от террористов, просто, мне кажется, они не допустят возврата той ситуации, которая была. Там, наша армия как щит там стоит сейчас. То есть вы не опасаетесь? Я спросил-то еще почему, потому что ну, всегда встает вопрос, куда съездить отдохнуть. Ой. Да, то есть это же побережье Средиземного моря. Это, ну, в моем представлении это и пляжи, и прочее. То есть насколько туризм потенциально там мог бы быть? Ну, отдохнуть вот на море, наверное, в Сирию я бы не поехал, а вот исторические моменты, там вот эти все святые места, тот же Маалюль, та же Пальмира. Там есть что посмотреть людям, которые увлечены историей, там, религией и прочими делами. Но, скажем, вот если Маалюль мы посещали, и там тоже все безопасно и красиво, то в Пальмиру пока вход закрыт, потому что там не стреляют, но там достаточно много осталось мин и тех предметов, которые надо обезвредить. Поэтому, ну, я думаю, что рановато, может быть, на отдых ехать в Сирию, но я думаю, что скоро это будет. Ну, подтверждает ваши слова РИА Новости агентство, потому что вот буквально в апреле этого года сирийские власти проводили несколько встреч, открытых больших пресс-конференций, давали интервью, где рассказывали, что ведут активную работу по привлечению туристов из России. И да, конечно, главное направление – это религиозный туризм. И надо сказать, что, ну, прежде всего в таких местах, как Маалюля, Саидная, Алеппо и Дамаск. Но, тем не менее, на самом деле, Олег, и развитие приморской инфраструктуры тоже в планах у сирийского правительства. И туда уже привлекается российский капитал для строительства туристической инфраструктуры. Я просто сравниваю там ситуацию в Египте, где тоже было неспокойно. Ведь те зоны туристические, которые есть в этой стране, это Хургада и Шарм-эль-Шейх, они до последнего, ну, как бы держали просто, там стояли стеной военные для того, чтобы не допустить каких-то столкновений, каких-то там конфликтов. Потому что, ну, на туризме Египет зарабатывает очень неплохие деньги, зарабатывал, по крайней мере, до недавних пор, а потенциал у Сирии не меньший. Но мне кажется, в Сирию это все придет, и достаточно быстро придет. Туристический бизнес, он быстро восстанавливается. Здесь еще очень важно, и наверняка было представлено на выставке достаточное количество компаний, которые могут участвовать в строительстве, потому что, ну, прежде всего нужно ведь восстанавливать и дома, где людям элементарно нужно жить, и офисные помещения, где нужно и дороги, работать. И инфраструктуру. И дороги. Ну, но, я не знаю, в Кировской области есть. Ну, вот дороги, надо отметить, что они в отличном состоянии, потому что, во-первых, климат благоприятный, там температура не опускается ниже нуля или редко-редко опускается. Во-вторых, это горная местность, то есть это не глина кировская, это камень,
То есть асфальт положен поверх каменного основания. Один раз его положили и забыли. И дороги просто отличные. Ну и военные действия не сильно их повредили. Ну, по крайней мере, в тех районах, где мы были, ничего плохого про дороги сказать нельзя. Все в хорошем состоянии. Мы еще с вами, коллеги, не обсудили вот какой вопрос. Как ведутся расчеты при торговле и при взаимодействии по бизнесу с такими странами, как Сирия? В какой валюте, с какими банками? Вы изучали этот вопрос? Да, на последнем совещании мы были вместе с Максимом. Давайте Максим Комов. Да, вы знаете, это система взаиморасчетов сейчас является одной из основных проблем. Дело в том, что сейчас прямой системы, которая позволяла бы напрямую рассчитываться с сирийским бизнесом, ну, ее просто-напросто не существует. Есть хитрые схемы с привлечением офшорных компаний, которыми сейчас вынуждены пользоваться компании, которые сотрудничают с Сирией. Вот. Но, как упомянул мой коллега, на форуме российско-сирийском было сказано, что в самое ближайшее время один из российских банков должен получить аккредитацию и как раз-таки возможно будет наладить систему прямых расчетов между нашими странами. Они не обозначили этот банк, сказали, у кого дойдет дело до расчетов, вы узнаете его. Пока называть нельзя. Ну, вполне возможно, что несколько банков пытаются это сделать. Но пока говорили только про один. Но все равно это уже вопрос ближайшего времени. Да, да. Потому что, чтобы запустить процесс восстановления экономики, безусловно, нужно избавляться от каких-то обходных схем, чтобы были прямые каналы. Это точно, да. Ну, а вот чисто по-человечески, у нас тут еще Александр Анатольевич мало что про Сирию отметил, чисто по-человечески, что зацепило еще ваш глаз? Вот Сергей Евгеньевич говорил, что люди, которые приходили на выставку, они просто вот как праздник это воспринимали, да, как новый этап. Что вы подметили для себя? Многие люди приходили действительно с семьями, с детьми, даже на руках. Я вижу, дети, что вы показываете совсем маленькие. Да, да, совсем руками. Маленькие, на руках приносили. И что еще заметил, на соседнем стенде, там у нас присутствовала компания с Мордовии, которые предлагали оборудование для тепличного хозяйства, электрооборудование. К ним очень часто подходили, значит, эти арабские семьи и фотографировались. Детей передают, снимают, значит, очень такая приятная контактная обстановка возникала. У теплиц фотографировались. Это было очень, очень, так сказать, приятно для нас, для русских, в первую очередь. То, что на нас обращают внимание, как бы, и нас уважают, и любят. Вот. Поэтому... С точки зрения гастрономии, например. Я знала, что ты доберешься до этого вопроса. Это же арабская страна, да, то есть насколько там специфические продукты питания, вообще еда и там приемлемые для русского человека. У вас, наверное, компания кормила просто русской едой, которую с собой? Нет. Нет. В гостинице был завтрак включен. Просто. А гостиница в самом Дамаске? Да. А так, в принципе, вот я хочу сказать, что я не испытал никаких проблем с питанием. То есть можно выбрать и вполне... Вы понимали, что вы ели? Да, конечно. Так. Можно выбрать вполне знакомые блюда. Но если хочется экзотики, то ее тоже найдете, там не вопрос. Какие блюда, расскажите? Ну, мы ели, как нашу свою любимую картошку, любимое мясо. Ежедневно практически. Да. Но это местный продукт или это привозной? Нет, это местный продукт. Это они говорили вам о том, что это то, что они сами производят? Ну, да, да. Угу. Может, немножко специи другие, а так, в принципе, нормальная еда, ничего страшного. То есть все-таки сельское хозяйство каким-то образом работает, чтобы хотя бы там поставлять элементарные продукты, для чтобы можно было рынка. Мы постарались вам подробно рассказать, как наши побывали в Пальмире. Авиатские промышленники съездили на выставку в Дамаск, в Сирию. Но в Пальмире не были, потому что она частично заминирована, но условно, да, это...
Да, да. Как обозначение Сирии. Нам рассказывали об этом Александр Пинков, главный инженер компании «Сельмаш» молочной машины, Максим Комлев, главный инженер акционерного общества «Вятка», и Сергей Зубов, главный инженер Кировского машиностроительного завода 1 мая. И мы желаем вам, конечно, коллеги, чтобы вы заключили контракты, и чтобы вы могли работать с этой страной, как и с другими странами, и увеличились объемы производства, и новые какие-то возникали идеи и производства, и партнеры. Как развиваются предприятия сейчас, что предстоит в ближайшее буквально время, может быть, даже до конца года, или вы могли бы похвастаться тем, что за этот год уже произошло, какие новые партнеры у вас появились. Но мы не слезем, конечно, с Сергея Зубова, потому что в прошлый раз вы нам так интересно рассказывали про новые машины, которые вы разрабатываете, про конкурентов, от которых да, все приходится скрывать. Про свое КБ. Да, и про свое КБ. Занимается разработками. Как у вас? Ну, если две минутки ваши... на эту Нет, тему... давайте побольше. Скажу следующее, что да, кран, о котором речь шла в предыдущем эфире, мы собрали. Могу отметить для себя, это не первая машина, как бы, которую мы делаем с нуля в моей жизни. И я хочу отметить, что вот это первый раз, когда первый опытный образец собрался без больших проблем. Ну, просто вот он сложился, как, вот, как будто мы уже там 101-й делаем. Я считаю, что это в основном благодаря тому, что проектирование данного изделия велось в 3D. То есть конструктор фактически уже в компьютере складывал из существующих деталек этот кран, и он видел, где что не стыкуется, где что друг на друга находит и так далее. Поэтому кран собрался просто на ура. Я не ожидал такого. То есть сразу после испытаний он показал, что он работает? Не после, подождите. Да. Я говорю, как? Собрался. Он сложился, как да. Из кубиков сложился. Вот это первый положительный момент. Первые испытания показали, что все-таки первый кран – это первый кран, и недочеты в нем есть. Мы планировали провести большую презентацию данного крана в конце сентября, но показывать кран с недочетами, я считаю, это неправильно. Поэтому сейчас есть некоторая пауза, где конструктора что-то пересчитали, что-то нужно доработать, доусовершенствовать, чтобы в дальнейшем показать кран во всей красе, чтобы уже заказчик видел, да, что вот он может это, может это, может это. И презентация, она недалеко ушла. Я думаю, что все равно в октябре мы его будем презентовать. Как мы и собирались, мы будем приглашать, во-первых, все железные дороги российские. Наверняка будут приглашены представители ближайшего зарубежья. Традиционно это Белоруссия, Казахстан, Узбекистан. Маркетинг также планирует пригласить республики Прибалтики. Ну, не знаю, доедут они, не доедут, но приглашение им будет направлено однозначно. Какие параметры, напомните, закладывались в этот новый кран? Этот кран с грузовым моментом 1200 тоннометров. Это у него максимальная грузоподъемность 150 тонн. Но в отличие от существующего 150-тонного крана, на промежуточных как бы, точках характеристиках он будет в два раза мощнее. Да, по самому большому грузу они с ним равны, а все, что связано с работой на больших вылетах, вдоль пути, поперек пути, он превышать будет практически в два раза существующий 150-тонный кран. Вы сказали, что опытный образец, но это опытный образец, который может уже сразу после переработки, устранения недочетов быть востребованным и пойти работать. Да, его ждут РЖД, ждет Департамент безопасности движения РЖД, поэтому... Этот кран ожидает сначала приемочные испытания, потом сертификационные, и потом будет дана путевка в жизнь. Я думаю, что уже первый образец, я уверен, что первый образец будет продан и будет работать. То есть покупатели уже стоят и ждут, когда этот кран сойдет с конвейера. Да. И дальше сколько кранов таких в год вы планируете выпускать? Я могу сказать, что в РЖД нужно заменить порядка 120 кранов, отслуживших свой ресурс. И они делают ставку на этот новый кран. А один кран стоит сколько? Давайте про цены не будем. В любом случае дешевле конкурентов немецких. Просто интересно, сколько стоят такие машины. Ну вот смотрите, как становились предыдущие краны на производство. Допустим, первый кран собирается, полгода.
На следующий год уже там 2-3 экрана таких можно собрать. Еще через год можно там выйти на цифру там 5-6. Но я думаю, что вот мощности завода позволят в ближайшей перспективе около 10 кранов в год таких собирать. Вопрос другой. Будет ли на что купить эти 10 кранов? Все-таки техника недешевая. Недешевая. Да, и будет ли бюджет РЖД позволять это в таком темпе обновлять парк? Так что. Ну, а другие покупатели, интересанты, помимо РЖД, могут появиться? Наверняка. Угу. Это и, и белорусы ждут, и казахи ждут. Не зря же вы их приглашаете на презентацию. Да, ну, вот молочные, кстати говоря, машины, они тоже работают. Не знаю, как с белорусами работаете, с казахами работаете, да? Да, с таджиками. Мы работаем и по России, работаем в странах Казахстан, Таджикистан, Беларусь. Также поставляю оборудование в прибалтийскую страну. То есть работаем со всеми. В нашей Кировской области у нас несколько заказчиков. Это Вожгольский маслосырзавод, завод «Янтарь» Котельнич, угу. Это Кировский молочный комбинат, городской молочный завод города Кирово-Чепецка. Ну, это основное предприятие, которое является нашими заказчиками. Сейчас у нас, помимо того, что мы работаем в области с компанией «Вожгалы» и «Янтарь», мы также работаем в Томской области и в других регионах России. А в планах что у нас на будущее? Мы весной будущего года должны будем запустить завод по переработке молока в Таджикистане. Большой? Да, там переработка молока где-то порядка 100 тонн в сутки. Вернее, 50 тонн в сутки. Это совместно, там принимают участие, помимо, значит, сторон Таджикистан, значит, и Беларусь. Там участвует горнолзавод номер один города Минска, Беларусь. И мы. То есть белорусская сторона взяла на себя, так сказать, шефство над таджикистанской стороной в плане того, чтобы освоить технологии и запустить это оборудование. Мы же спроектировали данный завод, поставили туда оборудование, и сейчас у нас в ближайшее время там начнутся монтажные работы, и зимой, весной будут пусконаладочные работы. Как интересно. Вы сами осуществляете полностью шеф-монтаж тоже? Или там какие-то мы производим весь комплекс работ. То есть это разработка технологической документации проектной, разработка конструкторской документации, изготовление оборудования для переработки молока, поставку, его монтаж, пусконаладку с получением уже готового продукта. Смотри, как интересно складывается, да? Россияне поставляют оборудование, а белорусы потом будут учить на нем работать. Да, учить технологии. Таджиков, да, это интересно. Светлане как там... Как белорусские? Для девушки с белорусскими корнями. Нет, вы понимаете, просто там идет взаимодействие между этими двумя сторонами, Беларуси и Таджикистан, они... Совместно будем быть какое-то предприятие. Вот мне просто интересно, белорусы вас туда пригласили или вы сами? Нет, белорусы подключились совсем недавно, где-то буквально тут несколько месяцев назад. Понятно. Ну, это хорошо. Я не знаю, это хорошо или плохо. Хорошо, что экономические связи сохранились, несмотря на распад Союза и как бы единое экономическое пространство. Может быть, они вытеснили как раз, вот какую-то долю забрали? Нет, они взяли свою часть работы. Сейчас пойдет совместная работа. Просто. Отлично. Ну, с другой стороны, еще более окрепнут связи с Белоруссией. И, да, собственно, конечно, говоря, и там, конечно, будет интерес тоже, да, по машине. Конечно. Ну, что касается нефтянки, мы знаем, что это новое направление, которое развивается на наших предприятиях. Мы знаем, что это очень высококонкурентный рынок, и мы знаем, что зато высокомаржинальный, но туда надо еще попасть. Втиснуться туда и расширить там границы своего присутствия, конечно. Пока мы с Максимом Комлевым в перерыве поговорили, самое главное, что предприятие работает стабильно.
Да, работаем мы стабильно, объемы постоянно растут. И я хочу отметить, что наряду с освоением новой продукции мы сейчас активно занимаемся, так скажем, шлифовкой применяемых технологий с той целью, чтобы снизить себестоимость производства. Дело в том, что, как вы правильно отметили, в нефтянке конкуренция день ото дня растет. И чтобы гарантировать должный уровень качества, конкурентные цены и обеспечивать сроки поставки соответствующие, мы вынуждены работать над технологиями применяемыми. Вот. Но могу сказать, что у нас очень неплохо это получается. И я думаю, что перспективы очень радужные. А за счет чего можно достичь удешевления все-таки сейчас продукции? Что это значит, работаем над технологией? Ну, вы знаете, вообще нужно отметить, что мы наряду в сравнении с нашими конкурентами, мы выгодно отличаемся тем, что у нас достаточно высокая степень локализации производства, поэтому поле для модернизации, так скажем, оно очень значительное. Вот. Поэтому есть над чем работать. Мы сейчас стараемся все даже самые незначительные моменты учитывать с той целью, чтобы себестоимость была как можно ниже. Скажите, мы тоже об этом говорили, буквально полторы минуты остается до завершения программы. Требуется ли в связи с тем, что вы и расширяетесь, и заходите на новые рынки, требуется ли интеллектуальный капитал еще? Ну, классно, что есть КБ, классно, что сохранилась команда, классно, что технологии 3D помогают, ускоряют процессы. Но требуются ли там дополнительные какие-то ресурсы, где вы их берете, если да? Можно? Да, Первомай. Да, конечно, интеллектуальный потенциал – это очень важно. Учитывая то, что в прошлые годы мы потеряли приличное количество конструкторов, хотелось бы вернуть их или как привлечь новых, но надо эту сторону укреплять. А по поводу сказанного про кран, есть небольшая ремарочка. Я не хочу, чтобы у слушателей сложилось впечатление, что с краном там что-то неладно. 150 тонн кран поднял. То есть, как бы, уже на сегодня он их реально поднимает. Просто есть некоторые моменты, которые надо немножко довести. Понятно. Благодарим наших гостей. Александр Пьянков, главный инженер компании «Сельмаш Молочные Машины», был у нас в гостях. Максим Комлев, главный инженер акционерного общества «Вятка». Сергей Зубов, главный инженер Кировского машиностроительного завода 1 мая. Мы с Олегом всегда рады, когда приходят люди, представляющие бизнес таких масштабов, таких серьезных задач. И большое вам спасибо за ваш рассказ. Он был не просто профессиональным, он еще был таким жизненным и насыщенным. Интересным, человеческим. Нашим радиослушателям тоже.